Я тоже хочу. Поздно. Ну, по очереди. У меня вот он не один хотел. Что я один ШП? А можно все на замену? Можно рейд на замену. Мы так, ЕПшку полутаем. ЕПшку запутаем, да, и разошлись. Понятно. Да. Поставьте, пожалуйста, шкаф, суманите всех, кого нет в инсте. Давайте по меточкам быстро садимся. Рост, ты сел куда-нибудь? Я в квадрате. Ты в квадрате, отлично. Давайте к Розу, Пиракс и Unknown Boss. Ко мне Сильваныч и Хрипаты, это звездочка. Фикси, давай ты за руль в печеньку. Я релок. К тебе в печеньку Валк и Вовбро. В квадрате сядет, я, по-моему, уже назначил. В треугольник садится тогда у нас Айна и Кару. А Кубоб, ты идешь за руль в разрушитель без метки. И Войд Фьюри к тебе садится. Остальные по желанию куда-нибудь садимся и давайте гулять это все уже. А, ну сначала чек? Кто где вообще? Бутер, у меня Войд должен сидеть, конечно. Ну и ладно. Не знаю я ни одного хорошего демона. А кебаб? Да я так, на троечку. Из четырех. Из трех с половиной. Вот-вот. Давайте пронесем это. Демон по геймплею, он же напряжнее, чем Дестрик, правильно? Прямо ощутимо. Ну да. Рост — это устаревший ник. А давай-ка ты сядешь... Поменяешься с Дрищом. Дрищ, ты где сидишь, напиши, и к тебе придет Сильваныч, а ты, Дрищ, иди в звездочку. Нигде, отлично, найдешь себе место, Хрипатый, запрыгивай. И сразу в ковш. Так, с нас карась вылетел, где он? Сейчас позвоните. Да черт его сидит. Подожди, что, мне зайти надо? Ну, конечно. В смысле, что значит идти надо? Ну, я постоянно на замене, когда идеальный у вас в рейде. Я ну, поеду. Да, сейчас в рейде, заходи быстренько. Захожу. Бля, ты, конечно, ну, капец. А чё, блин, ты, конечно... Хитрая рыба. По стандарту, блин, просто действую. По ГОСТу. Кроме Ульдуар, вообще три калеки приходить будет. Да, всё, ребят. Да, Ульдуар — это основной ЕП, вы о чём, ребят? Вот это и хуёво, что это... Да, да. Вот сейчас, смотрите, все, кто там обычно на замене сидит, это ваше время показать себя, там, не умирать на Мимироне, на Алгалоне. Посмотрим на вас. Это вот устаревший контент тут паровозит, фу. Осуждаю. Бля, надо было записать это слова ладно. Розы на диктофон и посмотреть, когда он будет умирать. Роз будет умирать? Не маловато? Запомнишь. Слушай, ну типа 8 локов закрывался первый контент, поэтому, мне кажется, идеально 6 как раз. Можно было уже в 15 локов всех, которые есть, собрать. Локи и бафы. Не, у нас, кстати, много локов ушло. Двое. Это так, чек по местам посидит. Темная и полюшка. Полюшка темная. Ставьте шкаф. Еще его давно не было видно. Ну, ну, Джаба появится. Поставьте шкаф, надо присумонить друида. А этот шмот, типа что, Дон, будем по 100 гп за этот, 39-й? Надо. Короче, смотрите, ну, на этом КД за ульду будет 1500 ЕП. За шмот будет 39-й шмот по 100 гп, 26-й по роллу, 3 не 26-е 100 гп, 39-е 200. Пухи тоже 39-е 200. Скули сидим, ребята. И этот, базовый гп будет снижен до 300. Вы... Вот это вот вообще подстава. Нет. Бля, я только... А, и насчет, хлопну. Кстати, Трини, Бутеру, типа, обсудим. Возможно, мы тебя снимем, потому что Трини реально помойка. Ну, тебя снимем помойка хотя бы полная. Там 200 или 300, посмотрим. Она только я... для СПД, больше ни на чем. Она... Ребята, для... ребята, для чем дольше вы пиздите и не нажимаете на шкаф, тем больше манипуляем. Она сумонит. Ну, я, блядь, уже полминуты. Он исполин. А, Бутер, ты тоже на замену хотел? Бля, ну, ВФК, Войд... Этот кто-то фиг. Подождите, я не слышу, Кубок. А Бутер, ты на замену? Похуй. Хочешь? Похуй. Значит, исполин покупать. Я не могу, у нас типа нет разбойников. Я тебя на Невера потом поменяю. Да, Невер когда подойдет, у нас на пулах нет. У нас, наверное...
Так, выйдите, тыкните на этот, на Кубоба. Уже все, засумонили. Так, засумонили. У нас не приняли РЧ Карась и Фейв. Напишите, чего вам не хватает. Не почему меня, меня в инсте не хватает. А чё молчим? Почему ты не написал, что Субом? Суб, у тебя ж войс есть, аж тем более. Я ж дропала. Чё? Какой-то нет, вырубается. Так, сейчас. А кто у нас, кстати, в пушке не сидит? Ну вылезите, ну давайте, пацаны, ну господи. О, хорош. Что, го стартовать, пацаны? Лужу дать перед ним? Первого. Да, Блонд, я запомнил тоже. Дайся, дрыщ. Дайся, ты где? У нас одного человека не хватает в катапульте. Почему? Кто не сел в катапульту? Я вижу, сидит хрипатый, факин Мэтт и Вовбро. Еще одного не хватает в катапульте. А ты сажал кого-нибудь туда или просто кто-то должен сесть? Донт, кого ты назначал? Двое намоток. Ну вот именно. У кого в этот? У кого в этом разрушителя нет человека в катапульте? Посмотрите. Ну, разрушителя без метки. В трусах кто сидит? Сядь в катапульту и к трусам один из мопедов сядь вторым пассажиром. Быстренько, давайте. Пока Донт покажет. Фейбы сажайте, а не карася. Хила сейчас посадите. Ну, понятное дело, что да. Вот, вижу, сидит Кару, Вовбро, Факин Мэтт и Хрипаты. Правильно все? Так, из мопедов ты говоришь, кому? ТДшка. Все, Фейб сядет из мопеда в трусы. Фейб, ты сел в трусы? В трусы еще их найду. Давай. Не свои. Она не появится, если этот... А, ну она в целом появится, ну неважно. Все, сели, поехали. Лужу запускайте. Первую даю. Запускайте. Нет, лужу не давать. Блин. Колчедан проебался. Ладно. Давайте запускай. Эй, ой, а собери колчедан, слышишь? Ой. Разбили сверху колчедан, запускали босса. Все, стрельнули. А кто, блядь, что это такое, друг? Ну, как говорится, помянем. А стан будет сегодня? Он пошел? Вы хотя бы анонсите в войс, потому что, ну, типа, так не делается это. 3 секунды обновляем и садитесь. Садитесь, закидываем всех. Ну, садись, кто там у меня? Все, я закинул. Давайте обновляем, полетите, садитесь, летим еще разок. Так, где мой пассажир? Ага. Вот здесь в центре сворую я тут. Блять, не успел. Читайте, может добиваем тут за слабость. Он есть. Ой, как много ОД. Как вкусно. Mm-hmm. Ой. Осколок Валанира, пацаны, ну, ну что это? Ой, прям какие, сразу же, какие, да? Тапочки, кстати.
Кстати, вы же помните, типа, мы делаем этот бессмертного на фулл хэмах, так что никто не умирает, иначе будем кусать вас. Донт, я родил. Давай лучше две последние ачивки доделаем. Нет, без ачивок. Приор 0. Ну ладно. А чё ролим? А. Че, мы же тогда же позже трэш не били, что даже. В десятке. А, подождите, у Сильваныча, у тебя славы, у Сильвана. Давай ты в этот ДД. Да, ДД. Чё, нет, бьём трэш, бьём трэш. Сильваныч, там. Блядь, как бы КД 5-6 подряд танчил в соло и ничего. Да, он про ДД спек говорит, ты в танке остаешься. ДД это у меня слабый спек. Ну вот ДД, он про ДД говорит. Вот. Играем в череп, все. Дистанцию набрали друг от друга. Дистанцию от кастера. Отличу тапочки за чары. И к боссу не подводи, в другую сторону. Я встану сейчас. Типа под стенку подводишь. Кастера все еще держим дистанцию, по приколу чисто. В трусы. Ой, ну, короче, это красные трусы. Двухсторонние. В стринги играем. Короче, слышишь, Дон, Дон, ты это, если там будет что-то на кастера, ты за анонс, я заберу, окей? А то я не смотрю, разорвал лута, привык, блядь, что на полде ничего не беру. Там шея 226 валяется. На танк. На танк, на какого-то. Там шея 226. Ребят, вы не стойте, там стоит рецепт, я не могу его никому отдать, потому что череп, он есть. Нет, синет, синет, пойдем. Поэтому танк не разбираем. Ребят, вы вчетвером и прохилите это? Да, прохилим. Хорошо. Да они втроем прохилят, поэтому... Можем, можем вдвоем. Ну, что вы так... Не, ну вы лагрис, бежайте. Вдвоем наебут, наебнут точно меня. Могу в соло. Можешь в соло, ну блин, ладно, давай в соло тогда. Да ладно, не парьтесь, давайте всех хилов, да, спек меня тут соло, блядь. Че, вообще ткую, блядь, всех. Так, все, выпили фласки, намазали масло. Рыба, Дон, поставишь со специями или я поставлю? Я сейчас, ну, банк надо поставить. Короче, сейчас. Я поставил со специями, пока ешьте, пока Дон там ставит этот. ДБМ пул даем. Все скачали новый этот? Чтобы все скачали новый ДБМ. А кто каску раздает? А кто каску раздает? Где скачать новый ДБМ? Я кидаю каску. Нет, не адмираловский. По паладину бафни. По паладинам я кидаю прото. Вы в дискорде? Ну, мне нужна каска. Да, чем каска? Тебе не нужен прото, у нас есть приста этот. Они стакаются. Да, но они прото не дает ничего. По шуманам дайте, у нас два инха. Почитай прото. Прото дает манну с парированием, уклонением, блокированием. Ребят, манну, ребят, фуд, на фуд, офлайн. Снижает получающую урону 3%. Сиван, я тебя сейчас замучу. И дает мне, минус 3 команы. Нормально, я понял. Фуд, офлайн, кулак, поповали. Все, давай, я сейчас... Пороги, можно каску рыбафнуть? Дон, с командой столик. Чё, паром? Так как хотите, разберите. Оставили. Тут ничего не нужно. Изука, ты что, ты как? Припатый. Листа бахните. Все готовы. И у меня ДБМ тут. ДБМ.
Геру? Геру. Искра. Умрете. Вы умрете. Дон, ты вершами? Нет. Дайте гимноману тогда. Бутер гимноману. Я сдал. Бутер гимноману. Изука, ты, может, выйдешь? Ой, пацаны, глотайте пыль, что такое? Подвинули. Так, а на ДПС скинули? Да, это мягко. Ну, расскажи мне, пожалуйста, в своей школе, как ты там больше меня дамажишь. Ты посмотри, я спекнулся специально, чтобы, блядь, чтобы демоны потом нормально дамажить. Ну, ты спекнулся в Дестрика. Ты сказал, что ты Дестрика, разъебёшь меня. Ща, я слетаю. Блат, а можешь скинуть это по сердцу? Смотреть. Не, в босса линканите. И в босса, и в сердце. И по сферам. А, ботинки, крит-меткость, 26-е. Я роли, Дон. Чё, окей. Они мне так чисто для красоты. Но может когда-нибудь меткость нужно будет давить. Ой, плечо тоже. Четко. Блять, меня даже нету в топе, сука. Дон, а ну, это, не-не-не, по боссу линка, не? Неужели меня по боссу нет? Вот, Логрус, 8-е место. Ну слушайте, нормально. Кубоба передамажил и пойдет. Что там передамажили-то? Брат, в босса передамажил тебя. А, ну так вы свечите таргеты, как бы. Не, я не свечу таргет. Сейчас бы свечу таргет. Может, дальше был? Миликов, танк у нас есть. Ну не суть, я сказал, да, это мягко, меня достаточно. Он меня обижал сегодня, сказал, что передамажит меня в хламину просто. Если мы дестрик на дестрик будем драться. Доказал ему? Доказал. Чувствуешь? Да слушай, мне еще, короче, Т8 полутать, хотя бы 2 куска. Я прям вообще начну дамажить. А то типа с вот этим синим плечом, блядь, некомфортно себя чувствую. Синий,
Да, это мягко, я тебе шмот свой линкую, так чтобы ты понимал просто. Подожди, сейчас я педали новые чарю. Я тебе просто свой шмот линкую, чтобы ты, ну, типа, осознавал, с кем ты дрался. Хорошо, хорошо. Я просто не вижу чата. В рейд-чат посмотри. Я у аукциона. Ну, рейд-чат открой просто. Да не, надо все купить сначала, подожди. Пока не стесняйся, смотри. А у тебя просто прокола. Да. Мне просто МП5, это, ну, табаться меньше надо было. Налево, право. Направо. Алгаун сразу. Или налево, куда дом? Да, алгаун. Туда я на паладина зайду или остаться на локе? Давай на паладина. Мне тоже кажется, что нам с охраной помешать. Ну, хотя бы даже мастер. Не-не, фикси танчит. И Сильваныч. Да-да, фикси Сильваныч. Там хорошие танки. Я в ресторчика. А тебе зачем? Ну, на шаман... Ой, на лока алгаун. Все равно там да нечего, нечего забирать. Нечего. Ну, я далеко заберу. Да. Нет, но типа у тебя мейн ДД сильнее, чем у фикси. Я жестко опоздал, если нужен, и на замене. Да-да-да, заходи. Заходи на алгаун. Уже нужен, что ли, ебать? Да-да-да, на Ирмисе, мне нет подлагивают. Получается, не прокатило. Да нет, это, блядь, как из серии, блядь, копать отсюда и до завтра, блядь. Приехали помочь мне, блядь, а я, блядь, не просил. И пиздец, блядь, и хуй выгонишь. Понимаю. Слышишь, Войт. А ты будешь собирать вторую 25-ку? Завтра. Какая 10? В среду, может? В смысле? Завтра 25-ка, маги игру. Нет, во вторник. Маги игру во вторник. Не, во вторник, да. Ну, во вторник точно. Записано во вторник, заанонсено во все. Бля, хуёво. Да хочется, типа, лутать ЕП на твинов тоже, но, блядь, походу, без... Димон, тогда, если что, это... Заносить, если когда? Замена нужна будет, что ли, как там зайти? Ну, мы тебя запомнили. Ага. Ну, блин, если с гильдии 15 не наберется, то ЕП уже не будет. Ребят, после босса минутку по работе можно будет био, скажем так, подойти. Не понял, а у тебя работа заключается в том, что ты ходишь в туалет? Я имею в виду, сделаем био. Слушай, а может он бета-тестер унитазов? Тоже вариант. Разработчик нового контента на Сирусе. Ну а я что сказал? Ты сказал бета-тестер. А, да, простите. Прощаю. Почти одно и то же. Чтобы выявить зоны поражения, не вмешивайтесь. Невер, ты там где? Я написал 11.21. Так, пацаны, я этот... Ты еще не привык, что ли, что, ну, как-то я хорошо нет, читаю, мне ничего не прогрузилось, ничего почти. Извиняюсь. Ты, блядь, так пригорел, блядь, сука, блядь, ужас, фу. Выключаю микрофон. Ну тыкните, пацаны. Бля, а есть Джиус, пацаны? Есть поставить Джиуса? Антари, баф? Есть, я поставлю. Да, сейчас, пацаны, ну вы тыкните, нет, ну пиздец. Да мы уже присунули. У меня просто фласка в этом, понял? В банке. Все, да я рядом с тобой стою, брат, ты чё, меня смотришь? Ну все. И наверное, с соседнего портала. Я тебя даже бафну. Так, я бафаю кулаки этим, ой, каски. Расмус, я кулаки. Уже здесь, хватит меня сумонить, пока да спасибо. Расмус, кулаки обнови сейчас по всем. По танту рибал дайте, фу. Огурцы возьмите. Войт, тебе ассист уже выдан. С тобой... Осуждаю. Я успею на нереактивных. Хорошо, окей, бьем. Сейчас долгий пул. Стоп, офнули нахуй. Войт, Нейвер, Дрищ, Каро. Вы играете по звездам.
А, кто первый танчит? А, первый... Кто там, ДКшка? Фикси, Фикси первый. Собрали босса, Гера дали. А можно поставить босса? Хотя ладно, уже пофиг. Нет, переставляй босса в центр. Блять. Мне вообще, да, желательно. Милики стакнули все. Кара перебежали. Звезда мили. Тут с другой стороны будет. Оттяни босса на себя чуть-чуть. Нет, не ставь сразу. Танки осторожно, танки осторожно. Берегитесь. Кара перебежали. Подождите, вы какую-то фигню делаете. Реально. Кто-то из миликов стоял падаем. С другой стороны. Падаем, хилить нет. Падаем, падаем, падаем. Да хиль, да, да падайте уже. Миликам нужна метка. У нас кто новые милики? Нет, никаких Диабло. Не милики. Миликам нужно КП. У нас Диабло новый милик и Расмус новый милик. Расмус с пула сдох, Диабло походу с другой стороны. Кару все забегите. Блин, вы можете не хилить, да? Просто забежите в кару и все. В портал забегите, как делать что-нибудь. Ну сейчас тоже. Ладно. Скрывать не буду, на Алгалоне в первый раз. Расмус тоже первый, это раз, на 25. Ну, Кары под ногами не было. Как это не было, если ты умер от нее? Я умер от нее, да, но ее под ногами не было. У нее ранее. Там Details просто его могло от этого... Там первый, по-моему, как раз-таки Расмус умер после взрыва черной дыры, плюс этот. Ее 27 тысяч кара ударил какой. А, все, снял. Аура на каст еще не был. Я с тобой бью еще кто-то. Брич? Нейвер. И Войтич. Ты четверых назвал. Ебать, ну, милики должны на каре убежать из-под нее. Все должны из-под кары убегать, как бы. Да, в одной милике. Милики должны изначально стоять в одном этом, когда только спавнится кара, неважно, заспавнилась под миликами или нет, перебегаем. Потому что не стоит рисковать, ее может быть незаметно под всеми атаками. Второй раз? Ну так потому что кто-то стоял с другой стороны. А можно еще, чтобы паладин вторую ауру убрал? Чтобы или в третью, или огонь поставил, потому что это смешно. А, кстати, нужен и фаер, и огонь. Этот. Тогда, Расмус, бери фаер ауру. Сильван с протом, да. И Корнея с третью. Кто такой Расмус? Я не знаю, новенький. Меня Бьерн десятку взял. Понял. Слушай, а ты ставил этого Джипса? Нет. Да, поставь. Я сейчас поставлю, если надо. Надо? Да некого поставить. Нет. Вон он стоит справа. Просто почему ССа может раскинуть? Ну, раскидывались. СС Корнес идеальный. Почта справа эти команды. У кого есть плюсик в чат? Да все. И милики, стойте кучнее все. Вы милики кто-то там стоят все в печеньке. Кто-то стоял. Кто не стоит в печеньке, лутает ГП. Сейчас секундочку одну. Фикси, встань в то время. У него очень большой фрейм, и стой просто на месте здесь. У Карасевка. Я на 300 их заберу. В
смысле, я же ел. Так, ДКшки, вы этот, вы же шарите, помогаете заводить этот сферки. То есть можете отвлекаться от босса. Милики, отвлекайте от кар. А кого нам не хватает? Не, милики двигаются в печеньке, все. По работе на сегодня вроде закончил. Ну, если только клиентов не будет. Я карася слышу. Ну, и что делать? Моими глазами узрите необъятную вселенную. Ну, поздно. Постижимую даже для величайших умов. Чёрт. Кара. Печеньку стакнули случай, милики? Милики в печеньку. Милики в печеньку. Синхрон даже следующий. Разве? Берегитесь. Кара перебежали. С арамбиком черная дыра возле него. В том краю в нее будем заходить. Кара. В дальнюю это закрыли. После ромбика есть. Заходим, заходим, заходим. Не добежали. Добежали. Массакру, массакру, быстро. Сдал. Умрете, вы умрете. Мелики стакнули себе печеньку. Димит. Фикси, заходи в мой фрейм, забирай босса. Вот так никогда не делай. Все, а потом это обсудите. Разрезали хилов быстро. Кара перебежали, кара перебежали, мелики. Прожмите мастера. Фикси, прожмите. А что, две звезды подряд сорвали? Да, две звезды подряд положил рейд просто. Падаем, падаем. Да, падаем, блядь, падаем. А как вы умерли? Типа, вы не успели забежать? Ну, вот Войт попросил, типа, зергоните эту звезду ебаную, блядь. Нет, а не сейчас. Жду. Нет, сейчас. Не слушай, ничего, ну нет, конечно же. У нас 4 ну, человека умерло на рефазе, это вообще цены. Ой, мы даже заранее сказали сбегаться по чуть-чуть. Да, да, давайте, давайте ГП, потому что да, это ненормально. Да, сколько контента уже времени, а люди все равно тупят. Это ненормально. В смысле тупят? Пусть учат, пусть учат. Войт сказал, блядь, помогите зергануть звезду нахер. Шестеро стоят, бьют, блин, вы все побежали к своей черной дыре. Ну да. Рефаза, потому что. А зачем мы понимаем, добить звезду могли, блядь, и все просто нет, бы ушли нормально. Просто уходите и все. Какой нахуй добить звезду? Оля, вам крест, ты на ДЦшке. Нет, то же самое, ставь метки то же самое, я не буду переозначать, просто херню не делай и все. Я не... Да, хорошо, все, продолжаем. Ну если уже все забегают, типа в этом, то не нужно играть звезду, просто забегайте. Ну и... вот, типа если ты видишь, что один бьешь, какой смысл, типа, когда все уже начали бежать? Либо стоит кушать. Так,
Войд, без болтовни лишней, просто делай, ну, как мы делали всегда, и все, и то же самое будет. Я не могу, слушай. Все, слушай, серьезно, давай, просто. Хорошо. Фикс, иди сюда. Вот фреймбосса. Стоим на краю. Я забираю с тебя на трех стаках. Когда ты возвращаешься, забираешь, ты заходишь вот так вот в мой фрейм, таунтишь на себя его, и все. Не надо его таунтить с другой стороны комнаты. Да не важно, типа, пускай даже таунтит, ничего не меняется. Мы перебежим, типа. Этот, Never ставит метки, но Войт все равно играет по звездам. Нам не хватит тогда. Назначите другого тогда. Ну, мы назначили. Never ставит метки, а сейчас ассист ему. Don't assist Never. Don't assist. Угу. Кара перебежали. Милики кучнее стоим. Бога по звездам играем. Ну а что, один бью, блядь, что ли? Ну не бьет звезды, из тех, кого я назвал, ППшку дам. Чекну сейчас. Звезда в мили летит, смотрите. Ну видим. Отведите танки. Кара перебежали. Милики, за печенькой бегайте. Танки, отведите босса в сторону. Поднимите, она мастера. Прям лучше стоит. Поставьте метку, в какую звезду будем забегать. И БР, раздайте, кара перебежали. Паза сейчас будет. Забежали. Где хоть одна? Сейчас будет кара, сикрот этим. Куда выходим? Массакра. Быстро. В миле две. Дал. Жду, после этого добиваем. Мили, меньше АОЕ. Мили в печеньку стакнули, быстро. Есть мастер? Нет. Так-ка забирай. Гимн на хп дайте. Последний добивал. Кара, милича. Звезды помогут мне. Звезды заводите. Дикашки, помогите звезды заводить. Карамелики. Почему по разным, блядь, созвездиям играете? Нет, не играйте. Созвездия заводите, у нас два созвездия в мире. Массакру дайте. Когда мы оба, блядь. Береги.
Подожди, сейчас кара перебежали, и сейчас будет суровый. Забежали. Много дырок. Милики в печеньку. Мастер аур. Блять, пизда. Вы снова две взорвали. Да. Почему Дрыщ не по метке играет, а хуй знает по какой звезде? Там стоит звезда, по которой Невер играет. Возле меня летает созвездие, по которому Дрыщ играет. И они прямо одновременно почти умирают. Последний раз это когда, которое было? Звездочка стояла на одном созвездии, я бил эту звездочку, а ты поставил, ну или кто-то поставил звездочку на другое созвездие, у которого там еще 60 тонн было хп, и они вдвоем умерли. Ну как бы, я тут пришел. Скажи, метка была на той сфере, в которой да, ты лутал? Ну, конечно, была метка, когда она еще просто была метка до того, как мы в портал зашли. Мы вышли, у этой метки еще осталось 20 тысяч там хп. Нет, это еще до перифазы. Ты играл до перифазы, не знаю, вы на самом деле очень метки ставите. Я вижу, что... Ну, давай так, с той правой стороны, в самом конце стоишь, я по часовой стрелке иду, точнее, прочей часовой стрелке. Я туда расставляю метки в основном. Только я ее оставлю, если лоу хпшной метки через миллизону. Я ее могу перекинуть. Но только это если милики там прям на ауешь от нее. А еще вагон какой-то из ардрушников, который просто по этой сфере бегал, блядь, она взорвалась. Он в эту черную дыру и залетел. С кем-то это, там видимо, еще. Тарас был. Внимательнее смотри. Айнон, теперь ты играешь тоже в сферы. А кто у нас играл сейчас? Два человека или кто? Три человека играло. Ну, Войт не играл, Войт сотку заработал. Да, но я тебе перед пулом сказал, что ты все еще играешь в звезды. Типа метки ставят другой. А я во время пула сказал. Ну, нам нужна меткость, ты понимаешь, осознаешь, да? Типа, ты типа бьешь звезды в любом случае. Ты даешь меткость. Да. ШП так не может. ШП проще туннелить. Войд, ну что это за припирание? Ну ебаный в рот, ну серьезно. Ну камон, это типа сейчас это нужно? Ну 24... Ну некого поставить. А при чем тут души? Ну тебя попросили, играй просто в звезды и все, типа. Да, тебя тоже попросили, просто играй в звезды. В метки, это не сложно, даже если лагает просто. Все, я бой. Ни разу давай не играл на звездах. Сейчас я у тебя сейчас на удалове первый раз убиваю. Ты сейчас предлагаешь ШПшки играть, блядь, в звезды, хоть себя послушай, что ты несешь? Ну и зачем, если это неэффективно? Да. Все, забейте, типа, окей, давай все, просто. Мы не поели, зашли. Так, Корнея, с третьей ауру. Ставь босса в центр обратно. Берегитесь. Перебежали медики. После карабин. Милики перебежали. За босс. Дальняя. А, ближнюю возле миликов. Возле миликов звезду поставил. Бегите. Бери
Держитесь. Перебежали милики. Мастер аур. Печеньку стали? А, это я долбоёб, сори. БР в Невра, быстро. Кара перебежали, милики. Пока не играйте по звезде. Где Дэ, БР в Невра. Суровый, забежали. После сурового стану. Массакром. Падаем. Невер, что случилось? Ну, затроил я. Я пытался созвездие завести, блядь, я уголовно зацепил. Ты не надо заводить созвездие тебе. У нас есть ДКшки, у нас есть танки. Когда босс кастовал, звезда сама сдохла или кто-то...